Не забывай, кто у руля в этом огромном мире. Орел двуглавый и держава с именем Россия. Мое оружие — это любовь и вера. Только попробуй разбудить русского медведя. Сильнее тот, за кем есть правда, мы за справедливость. Дадим отпор любому, кто придет нам с негативом. На страже Родины войска, которым нет равных. Ни по умению, ни по масштабности парадов. Так, всем привет, 15 мая. Мы вновь на главной площади Красногорска и будем выстраиваться сегодня буковку В в поддержку российских войск, которые принимают участие в специальной операции. В марте мы выстраивались буковкой Z. Благодаря, кстати, этому ролику нас заметила французская пресса. Сейчас выстроимся, гляди, американская пресса приедет снимать про патриотизм в нашей стране. Сегодня молодая гвардия присутствует, ну и спортсмены, родители клуба Ярополк. Так что выстроимся. Родители! Родители все тоже на галактике. Святая русская земля, прокладываем тропы к сердцам людей, всем подвигам героев память вечность. Мы на одной планете за мир для всех. Наше оружие — любовь и человечность. Надежда и вера в наши глаза. Гордость от того, что все это заслуга русских. АК-47, легенду военных историй. Граница на замке, пока что рука на затворе. Т-90 не имеет аналогов в мире. С опытом выигранных войн взгляды становятся шире. Мы не агрессоры, Ярополк за свободу. Интересы русской земли и ее народа. Люблю рулить. До стражи Родины ракета, что быстрее ветра. И к четырем стихиям, что известны миру, прибавь еще одну. Ее зовут Россия.